Здорово, Биджо! Короче, слушай сюда, братуха. Именно здесь, сейчас, стартует самое лучшее шоу на свете. Новое шоу «Бигство экстрасенсов» Warface. Не пропусти, иначе много потеряешь, отвечаю. Кинокомпания «Недокнопка» представляет «Битва экстрасенсов Warface». Выпуск первый. Евламбий. Гость первого выпуска нашей передачи является известным предсказателем. Евлампий Яблонский известен как очень сильный медиум, способный видеть прошлое и будущее. Дар ясновидения он обнаружил в себе еще в подростковом возрасте. В детстве родители отправляли меня на дополнительные занятия по математике к Клавдии Ивановне. Но наши с ней занятия не ограничивались математикой. Она трогала меня в разных местах. Именно тогда я открыл в себе эти способности. С каждым разом я все лучше чувствовал и понимал, что будет в следующую секунду. Так я открыл свой дар видеть будущее. В своем деле Евлампий использует древнюю руническую магию, а также поклоняется уткам. Помню, в детстве в нашей семье мы все время ели капусту. Мать готовила из нее самые разные блюда. Это было и первое, и второе, и иногда даже десерт. А когда я вырос, в один день я решил пойти погулять вдоль реки, что была рядом с моим домом. И вот тут я встретил уток. Меня поразило, с каким аппетитом утки стали есть капусту. После этого они стали приходить ко мне во снах. Так я понял, что мои предки были утками. В силах Евлампия мы не сомневаемся, однако сможет ли он увидеть результат кручения коробок Warface? Ведь такое под силу далеко не каждому. Найдя подходящее дерево, Евлампий Яблонский впал в транс. Вижу человека, доброго человека. У него позитивное имя, но ему не хватает денег. Он не верит, что с этими деньгами он сможет достичь успеха поставленной цели. Не могу до конца рассмотреть. Мне нужно что-то, что принадлежало этому человеку или принадлежит. Какая-то вещь. Спасибо. Он выбил с 5 коробок. Это пулемет. Русский пулемет. А, все, больше не могу. Способности Евлампия воистину удивляют. Такой силы мы еще не видели. Смогут ли другие участники битвы показать такие результаты? Возможно. А возможно и то, что загадка будущих и прошлых событий останется для них тайной. Ведь мир магии – это мир темный, и нет того, кто мог бы разглядеть в нем все тайны.